Пацаны, он выехал. Он спускается, он спускается, он спускается. А! Пацаны, мы договаривались играть этот матч еще в ноябре месяце. То у меня не получалось, то у пацанов не получалось. Сегодня, пацаны, мы решим, кто в итоге лучше на ютубе среди всего. Сегодня у нас вагер матч против Football Bro FIFA. Кто не знает их деятельность, эти пацаны очень круто снимают ролики на ютубе. Они очень прикольно подают контент, придумали свою собственную рубрику. Если вы не подписаны на их канал, то обязательно подпишитесь, ссылочка находится в описании. Сегодня мы играем против них вагер матч. Решили играть составами 94 на 120. Да, я знаю то, что играть в вагеры это по-деревенски и скучно, но цены сори. Это мой первый матч в FIFA 19 Mobile. Я хочу очень хорошо подготовиться, потому что через месяц кубок мобильных фиферов начинается, и я должен выиграть там всех абсолютно. Пацаны, у нас будет две серии. Первая серия типа моя домашняя атмосфера, у них потом домашняя. В итоге потом, кто в итоге выиграет по головам в серии, тот и молодец. То есть, условно, я могу в первом матче выиграть 10-0, а во втором проиграть 12-0. Пацаны, я не знаю, мне, короче, все окей, там стоит типа 94-120 активный состав. Я не знаю, почему у меня 76 высвечивается, так что, ну блин, сыграйте там, посмотрите. Пацаны, 16 голов это как минимум уже не предел, но я надеюсь, что я хотя бы 8 забью. Надо все просто моменты класть, все просто моменты. Ты первый гол со штрафного пошел, 1-16, шансы есть. Блин, у них просто идеальная защита. Агуэра пушечку. Пацаны, ну реально, я точно уверен, что я проиграю, и в принципе так и происходит, равных нет. Ну что ты делаешь, Фернандиньо, объясни мне. Отличный момент, просто забей, пожалуйста, Агуэра. Хоро, 2-16. Отличный момент, Фернандиньо, 3-16. Штайнер, что ты делаешь, неплохо, 4-16. Я думаю, мы должны вот с таким темпами выигрывать их, просто надо, сейф вратаря. Блин, это просто драгоценное время, пацаны, драгоценное время. Салах, пушку ударит, что у них за ворота? Не, пацаны, здесь просто проигрыш, я уверен, просто на 100%. Навес. Все, что мы имеем, это навес. Пацаны, моя цель 8 мячей. Я думаю, 8 я должен взять. Вот это гол! 5-16, неплохо. Фернандини, давай, как Манчестер Сити. Хорошо, 6-16. Живем. Горецка, розетка, хорош. 7-16. Мы почти выполнили мою цель. 8 голов, это реально. Под круткой просто от штанги 8-16, без шанс. Пацаны, давайте, давай. Мы все ближе. 9-16. Мы должны это сделать, мы должны, пацаны, мы должны. Сейф, нет. Мы не забиваем отличный момент, пацаны. Мы не забиваем отличный момент. Сюда, сюда, Зинченко. Навес. Грецка. Да ведь силу бей, штанга, про. Агуэра, бей. Агуэра. Чё за фигня? Минута осталась, все. Десятку ему должны. Агуэра. Просто 9-16. Без шансов. Просто, пацаны, против них играть вообще нереально, потому что у них просто такие составы. Они специально купили тех игроков, которые именно хорошо стоят на воротах, которые хорошо отбирают мяч. Без шансов. Я даже не знаю, я ни на что не рассчитывал, ни на что не претендовал. 8 голов это была моя цель. Я забил 9. Посмотрим, а может быть они уже 32 гола забьют за второй матч. Пацаны, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на их канал. Ссылочка на их канал находится в описании. Хоть я даже и проиграл вагер, но все равно было очень много положительных, столько я отрицательных эмоций. 9-16 еще. Конечно же, почти в половину я проиграл, но пацаны, конкуренции 0, потому что они столько задротят в эту игру. Я то 2 месяца не играл, то 1,5 месяца не играл. Поэтому, пацаны, тут без шанс. И, пацаны, просто всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать абсолютно любые комментарии. Напишите, с кем я сыграю следующий мой вагер матч. И всем пока, пацаны. Ask me if I give a fuck about it, yeah. Recently I just don't give a fuck about it.